Ну, слушайте, вопрос нацеливания – это вопрос страха цели. То есть, возможно, вести полетное задание несложно. Возможно, знаете, вот вы заходили в Думу, на входе стоит человек с пистолетом, да? Достать ему пистолет из кобуры – 3 секунды. Я уверен, у него подготовка блестящая. Но согласитесь, что человек, который проверяет ваши документы на входе с пистолетом в кобуре, и человек, который это же делает, направив вам пистолет в голову, у них совершенно разное воздействие на вас, да, в период вашего, так сказать, реализации права на вход в здание Государственной Думы. Вот это то же самое. Нацеливание – это сам по себе политический, психологический, социальный акт, формирующий решение народа, то есть целей и элит Соединенных Штатов Америки, либо другой страны, кому нацеливать, да, в отношении их государственной политики. То есть этот акт возможен только при ощущении себя целью. Соответственно, если не нацелены, значит ты не цель, значит у тебя нету решений, вызванных своим, твоим статусом цели. Вот и все. Это...